Здравствуйте. Вот такой интересный цветной узор мы с вами сегодня будем вязать. Он прекрасно подойдет к детским вещам. Таким узором можно вязать и шарфики, и шапочки, и свитера, любые вязаные вещи. На изнаночной стороне он смотрится не так, конечно, красиво, но вполне нормально. Количество петель узора кратно 2 и 2 кромочные петли. Давайте начнем. Я набрала на спице 14 петель. Вяжем первый ряд. Снимаем кромочную, лицевая, накид, изнаночная. Лицевая, накид, изнаночная. Вяжем так до конца ряда. Второй ряд. Снимаем кромочную. Нить перед работой. Снимаем петлю. Спускаем накид. И провязываем лицевую петлю. Нить перед работой. Спускаем петлю, не провязывая. Снимаем петлю, не провязывая. Спускаем накид. Провязываем лицевую петлю. Нить перед работой. Петля снимается, не провязывая. Накид спускается. Лицевая. Далее меняем нить. Вяжем нитью другого цвета. Третий ряд. Снимаем кромочную. Снимаем первую петлю. Нить находится за работой. И провязываем изнаночную петлю. Снимаем петлю, нить за работой. Провязываем изнаночную петлю. Петля снимается. Нить за работой. Изнаночная. Вяжем четвертый ряд, снимаем кромочную, провязываем лицевую петлю и снимаем петлю, нить находится, рабочая нить перед работой. Лицевая петля, петля снимается, нить перед работой. Вяжем пятый ряд, снимаем кромочную, провязываем изнаночную петлю, делаем накид, провязываем лицевую петлю. Изнаночная, накид, лицевая. Изнаночная, накид, лицевая. Вяжем шестой ряд. Одну петлю снимаем, нить перед работой, накид спускаем и провязываем лицевую петлю. Снимаем петлю, нить перед работой, спускаем накид, провязываем лицевую петлю. Снимаем, накид спускаем, лицевая. Вяжем седьмой ряд, снимаем кромочную, изнаночная петля, петля снимается, нить за работой, изнаночная, петля снимается, нить за работой. Восьмой ряд, снимаем кромочную, снимаем первую петлю, нить перед работой, лицевая петля. Петля снимается, нить перед работой, лицевая петля. Далее этой же нитью нам нужно провязать первый и второй ряд.
Снимаем кромочную, лицевая петля, накид, изнаночная. Лицевая, накид, изнаночная. Лицевая, накид, изнаночная. И второй ряд этой же нитью. Снимаем кромочную, снимаем первую петлю, не провязывая нить перед работой, спускаем накид, провязываем лицевую петлю. Нить перед работой, снимаем петлю, не провязывая, накид спускаем, провязываем лицевую. Далее вяжем нитью другого цвета. Третий ряд. Повторяем. Снимаем кромочную. Снимаем первую петлю нить за работой. Провязываем изнаночную петлю. Петлю снимаем нить за работой. Провязываем изнаночную. Четвертый ряд, лицевая, снимаем кромочную, лицевая петля, петля снимается, нить перед работой. Лицевая петля снимается, нить перед работой. Давайте провяжем еще, чтобы был виден рисунок. Пятый ряд. Снимаем кромочную, изнаночная, накид, лицевая, изнаночная, накид, лицевая. Так, запуталась изнаночная, накид и лицевая. Вяжем шестой ряд. Снимаем кромочную. Одну петлю снимаем нить перед работой. Накид спускаем и провязываем лицевую петлю. Снимаем петлю нить перед работой, спускаем накид, провязываем лицевую. Снимаем, спускаем накид, лицевая. Седьмой ряд. Снимаем кромочную, провязываем изнаночную петлю и снимаем одну петлю нить перед работой. Так, нет, снимаем одну петлю нить за работой. Изнаночная петля снимается, нить за работой. Изнаночная петля снимается, нить за работой. Восьмой ряд. Это последний ряд нашего раппорта. Раппорт повторяется с 1 по 8 ряд. Но сейчас я объясню, как мы вяжем. Что цвет нити у нас не совпадает с раппортом. Вяжем 8 ряд. Снимаем кромочную. Нить перед работой. Снимаем петлю. Провязываем лицевую. Нить перед работой. Петля снимается, лицевая. Теперь этой же нитью нам нужно провязать два первых ряда раппорта. Снимаем кромочную, лицевая, накид, изнаночная. Лицевая, накид, изнаночная.
и второй ряд. Снимаем петлю, нить перед работой, спускаем накид, провязываем лицевую петлю. Снимаем петлю, нить находится перед работой, спускаем накид, провязываем лицевую. Вот давайте уточним. Раппорт составляет 8 рядов в высоту. Но мы провязываем первые два ряда раппорта одной нитью. Затем 8 рядов, то есть 6 рядов раппорта другой нитью и 2 ряда уже следующего раппорта этой же нитью. Провязываем 2 ряда одной нитью, 8 рядов другой нитью и 8 рядов. И так можно чередовать разным цветом. Не обязательно двумя цветами, можно тремя и четырьмя, если детские вещи, можно делать яркие и веселые вещи. Описание рисунка будет под видео и в моей группе ВКонтакте. Ставьте лайк, если вам понравился урок. Пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Мы будем с вами вязать много интересных и красивых узоров. Я желаю всем успехов!